Кино на ТВ Рус. Огонь! Это стрелял мой муж! Обещайте мне, что придете ко мне сегодня вечером. Что вы наделали? У меня, между прочим, это впервые. Моя жена. Я уже имел удовольствие видеть вас вчера. Вы ошиблись. Прощай! Прощай, умоляю! Он что? На ноге! Не держите зла. Кажется, у вас сдается билетаж. Это дом моей жены, а не дом свиданий. Вы должны жить прилично. Женщины меня вообще не интересуют. Я вас люблю. Как вы думаете, муж не узнает? Я надеюсь. Евгения Крюкова, Николай Фоменко, Сергей Маковецкий и Сергей Безруков в фильме Эльдара Рязанова «Ключ от спальни» в субботу на ТВ Рус.